pagal Stačiatikių tikėjimą. Būtent ta 19 diena ir yra viešpatės krikšto krikštijimo diena. Ta proga, kad vanduo yra šventas visame pasaulyje, visose vandens telkiniuose, ir ta proga mes maudom. Faktiškai, každai dienį, есть в Вильнюсе, есть определенные места, где каждое утро уже подготовлена прорубь, потому что таких инициативных людей очень много есть, и моржей на самом деле гораздо больше, чем кажется. Для одних это аттракция, для других это какой-то образ жизни, можно так назвать. Третий закаляет здоровье, четвертым что-то еще в этом не находит. Susidomėjau galbūt daugiau dėl įdomumo pradžioje. O paskui patapo tai jau kaip gyvenimo stilius, malonumas, kaip šiaip žymiai maloniau žiemą maudytis nei vasarą. Fajnė, polėtum. Chyba navat neučiuješ, bet to žibku bardzo. Mūvili žabandį tėplą, jeigu zašla du vodį, to bardzo zravilasi jie mnogį zimną. Холодно не телу, а мозгам. Нужно как бы понять, что это не так страшно. Может быть, как-то подготовиться, и все, и отлично будет, никаких проблем. Ягу он туди, с адреналином туди, вот это ира малонумас, не кашку где-то есть там дерптиня и малонумы. Вот ира натуралут малонумас, kuris negali daugiau iš niekur ateiti, tik tai iš vidaus, tik iš pačio savęs, tik tai nugalėjus kažkokį tai savo, nuo savo baimę. Stalo vremeni, kada načiau kupatsą zimoj, очень много проблем здоровья просто отошли. Даже если было где-то, может, простуды какая-то, как грипп, даже с суставами проблемы. Вылечиться можно, заболеть, но это надо час, может быть, в этой холодной воде сидеть. Учитывая то, что температура воздуха-то ниже, в воде теплее, чем на улице. Ну, поэтому там можно погреться, а потом выйти сюда и замерзнуть. Тепло, добре, зараз обране, є там вербатове тіло, все добре. Єдине, пальці, ну, я слышал вам же, кто уж не первый раз робит там компель, то подкладає якісь диваніки, щоб не мерзли ноги, щось робить, щоб так було для ног теплей. Правила абсолютно елементарные. Правило номер один – ни в коем случае нельзя перегибать палку. Потому что это зима, это холодная вода, это лед. И человеческий организм, он имеет ресурс, довольно большой ресурс, но эти ресурсы ограничены. Первый раз попал, ну, лет 10 назад, наверное, и буквально мы в Паланге со всеми моржами купались. Вернулись, так через неделю я коллеге позвонил, с которым были, говорю, давай поехали еще раз, мне это дело понравилось, берем. Маленькая пробежка, и сейчас мы с молодежью тоже взял несколько детей, мы пробежали буквально метров 500 в одну сторону, в другую, погрелись, и отлично, нет проблем. Optimalietis LT, daug informacijos apie mūsų veiklą, daug informacijos apie mūsų renginius, daug apie blaivybę, daug informacijos tenai yra ir ten visą laiką informuojam apie mūsų tradicinius renginius. Sekantis renginys jau bus diena, vasario 16, vėlgi tokia graži proga, Trakuose. Vėl maudynės, bet jau šventė su pirtelė atsivežam savo perkeliamą. Kviečiu visus išsimaudyti ten prie Trakų pirties.